маленькой елочке тепло летом. Окно на втором этаже с решеткой. Это, конечно, вариант. Я помню, что я в детстве тоже мечтал о глухом заборе. Но мне мои умные родители вразумляли, что типа это ни к чему. И сейчас я реально вижу, что это совершенно ни к чему. По крайней мере, вот такой забор. И вот в такой реальности, когда вокруг чудесный, совершенно тихий поселок, где никто не ходит. О, кот какой. Ну, как бы никто не ходит, в смысле ходят, но тут только свои ходят. Вот, это такие глухие заборы, не вижу необходимости. Чё скрывать? Я вот ничего на своем канале не скрываю. Чё скрывать-то? То, что ты на двух ногах ходишь или что? Или что ты писаешь? Что скрывать? Или что ты кушаешь? Или что? Чего такого, кто делает, что никто не делает? Возможно, знаете, кто делает то, что никто не делает? Да никто этого не делает. И я этого не делаю. Я делаю то, что может сделать каждый, благодаря Ютубу. Вот и все. Каждый может завести канал. Видите, елочка, а потом сосенка. Пахнут они откровенно елками, должен вам заметить. Поэтому я и говорю, что очень пушистое царство такое. Вот туда я ни разу не ходил. Все, боязнь, клещей. Блять, все-таки зайду. Трава низенькая, ее косят. Я думаю, вряд ли, что прям тут будет клещ. Вот, тут, видите, тоже идет такая балка. Тут вот везде такая местность. С такими балками. Но я не привык так называть балку. Балка, я привык называть овраг, но все-таки.